Перед машиной ложите ее. Что? Перед машиной, Дим, ну что, не знаешь, что ли? Как в первый раз. Да? Залез нехороший человек в мой автомобиль. Все, выезжай. Ты видел, эта женщина поймала чебака. Чебака, прием. Короче, друзья, плохо меня, наверное, слышно в эту камеру. Но попытаюсь сказать погромче. Перегрузили лодки, не можем выйти на глисс. Товарищи идут на максимально предельной скорости, я не знаю. Как мотор в 2 лошадиных силы. Посмотрим, что будет дальше. Сплавляться нам по API 30 километров. Надеюсь, к вечеру сплавимся. Короче, друзья, что придумали? Ехать далеко 35 километров с двух моторов, бензин утратить получится много. Поэтому мы сейчас встали на буксир к нашим товарищам. И они нас потащат до стана. Таким образом мы сэкономим бензину. Да, и все. Можно бухать. Друзья, немножко прервемся. Я вот только вернулся с этой рыбалки. Снял огромное количество материалов. Получится 3 полноценных видео. Сейчас дособирал как раз таки первое. И мне в голову пришла замечательная идея сделать розыгрыши на каждое видео. Я в начале лета пытался разыграть один из своих спиннингов. В силу сложившихся обстоятельств у меня это, к сожалению, не вышло. Не буду вдаваться в подробности, не получилось и не получилось. Примите мои извинения. Вот. Что я хочу сказать. В этом видео, точнее в каждом из 3 видео с этой поездки, я разыграю спиннинг. В одном из видео я разыграю спиннинг и катушку для ультралайта. Мне уже прислали один спиннинг подписчик и друг прислал Александр для розыгрыша. Присылала компания Кара для розыгрыша спиннинг, но у меня не очень повезло в этом сезоне с рыбалкой. У нас в Новосибирске, я так понимаю, много кому не повезло с рыбалкой. Но мне просто банально не хватало времени на нее съездить и набрать материалы на подходящий день. В этом видео я разыграю неразыгранный спиннинг в предыдущем, не то что в предыдущем, а в начале лета. Когда мы ездили в Сузун с Ромой, я не разыграл вот этот спиннинг Ardent с весом от 10 до 42 грамм, размером 2,44, классная палка. Я сейчас сплавлю, как я уже говорил, немножко другим классом, немножко другой ценовой категории, но это прям спиннинг огонь. Я думаю, вам понравится. Смотрите видео до конца. В конце видео расскажу, что нужно сделать, чтобы иметь возможность выиграть вот этот замечательный спиннинг. Плескаться-то плещется. Есть. Сошла. Себе. Видел, как погнуло? Видел. Это прямо от берега, да? Да. Блин. Обидно. Ой. Тише, тише, тише. Ой, окунь. Красавчик.
Я говорю, у нас беспроигрышная стратегия. Первенький. Все, счет открыт. Ну, у тебя по-любому не окунь был. Ну, у меня, да, окунь так не заворачивает. Да даже не судак. Судак даже так не заворачивает. Вот, вот он. Тише, тише, блядь. Давай, тише. О, я ее забагрил. Слышь, давай, подсадь. Давай. Что, только не испугай. Иди, просто я кинул сразу. Тебе надо за спиннинг завести. Она... Ну или давай, я попробую подвести. Есть! О, держи. Ладно, я ее слышу, она прям там стояла. Я его просто погранул. Я ж потерял все на свете, блин. Ты че, где кукан? У тебя есть? Да. Сейчас, подожди. А ты с двойником ловишь? Да. Отчаянный тип. Че говоришь? Отчаянный, говорю. Почему? Ну, зацеплю. Показывай, давай, щучку. Ну, за киложка такая хорошая. Прям в бок. Фига ты, блин. Ловил меня уже на две рыбы. Я тоже хочу. Так, подожди, ты то не выкидывай. Вот это только. Давай, пацак. Вот. Пацак, давай. Сейчас увидишь, подожди. Там что-то небольшое вроде как, но... Хорошее. Блин, да что... Под лодку. Да я вижу, что под лодку. Ох, сюда какой хороший. Ох. Так, сейчас. Красавчик, судак. Вот она, рыбалка в Томской области. Красотища. О, хорошо засел-то. Это двушечка. Блин. Я не могу вытащить. У меня есть. Красавец какой. Прям, блин. Прям зачет. А, палец. А. Ну что, я считаю, рыбалка уже удалась. Уже открыли. Крючочек выдержал, да? Да, он выдержит. Я на такой крючок трешку утаскивал. Нашли стоянку судака. Так. Как думаешь, они что-нибудь поймали? Не знаю. Кажется, они пиво пьют. Thank you.
Есть. Она прям сделала. Я прям только хотел сказать. Не, я не смотрел в ту сторону. Только хотел сказать, вот туда вот я хотел кинуть. Так она прям взяла сходу, слышь, я туда. Ай, поменьше матов, друг, товарищ. Так, спиннинг, спиннинг. Давай, давай, давай. Оба, прикинь, заеби. Опа. Ты вообще красавец. У тебя сегодня щучий день. Она подсакерно пролазит, слышишь? То как она в подсак-то пролазит? Прикинь, пролазит. Или там дырка? Не знаю. Она, наверное, прокусила, слышишь? Или кто-то, блин, молодец, продырявил подсак, пока перевозил его. Ну-ка, покажи. Нифига ты. Прям молодец. Молодец. Я прям видел, как она плюхнула. Прям вот так. Хоп, за приманкой. Главное, чтобы это на камеру попало, я потом посмотрю. Все связал? Да. Красавчик. Так, что, куда дальше? Вот сюда идем, наверное. К тем корягам? Да, можно вот там, вдоль этого берега встать. Не, здесь не думаю, что что-то будет. Ну, точнее, возможно, вон там вот. Вот можно дойти сейчас вот до этого мотка, вон видишь, вот после тех коряг течение. Ты пробовал кинуть что-то в берег, не? Да. Вот он. Не знаю, кто, окунёк или кто. Не сильно тяжелый. Окунёк, да? Хороший. Давай, давай, подсак, блин. Я боюсь, что не достану это. Вот он, сладенький. Что, дальше идем? Да, пошли. Что-то меня уже прям конкретно обловил, блин. Ну что, друзья, немножечко отловились, доехали до лагеря, оставили рыбу. Сейчас поедем чуть подальше в протоке. Яр, вот этот вот. Проловили немного, нашли пару перспективных мест. На вечерочку еще обязательно в них зайдем, обловим. Да, Миш? Все, поехали рыбачить дальше. Я говорю, блин, резина по судакам, блин. А тут трешка уже, блин. Хороший. Вообще прям. Камеру смотри, это. На камни. Так, тут у нас что-то напуталось. Чего это? Хорошек. Давай его за борт. О!
Фига, так он тут прям вообще под берегом, да? Да? Так, все-таки я, значит, правильно выбираю стратегию сегодня. Я молодец. Ну, прям под лодкой хапнул. Это, кстати, я сегодня ловлю, друзья, на... Это рыболов. 10 сантиметров. Виброхвостик. И 30 грамм грузик. Здесь глубина где-то 3 метра. Отстукивает слабовато, но достаточно, чтобы поймать вот таких вот красавцев. Фига он тянул, у меня фрикцион-то затянутый. Хороший ты вил какой. Я вот на УВХ ловил таких в том году по осени. А что он здесь делает на глубине 3 метра? Судак вообще глубоководная рыба. Прям не ожидал. Ну, я говорю, я не ожидал. Я говорю, я таких с 9 метров обычно вытаскивал. Я думал, они не ходят на мель. Еще какая-то коряшка была сейчас. Нифига, блин, один за одним. Ну, этот поменьше, наверное. Хотя, блин, тоже фрикцион. Хорошо, трещит. Ну, блин, видишь, фрикцион-то трещит. Давай, опускай ниже. И щучка. О, и щучка я обловился. Блин, я зацепился. Дай мне эту красавицу, я ее так ждал. Стой. Чего ее не держишь? Да она что-то выскочила. Блин, нифига она за палец цапнула. Давай. Все, ее цепил. Блин, больно? Ну понятно, что больно. Плетенку тебе надо перевязать. Прям это. На резину сожрала. Что, давай я подержу. Так не надо держать, надо тут сдавливать. Где? Где голова у них? Сейчас, подожди. Надо промыть сразу. Сейчас, блин, хрен заживет же еще укус этот. Долго будет болеть. Я как обычно, блин, как щуку поймаю, так она меня уфигачит. Так. Я тебя тоже проколю. Да... На мне мизинец отхерачит сегодня. Во втором месте прокусила. Так. Это я что, не на ту? Так. Блин, я уж боюсь к ней прикасаться. Давай. Да. Фига, всю руку расфигачила. А мы еще с собой ничего не брали, да, ни перекиси. Ни изоленты никакой. В двух местах, блин. На одном пальце. Так, надо яд весь выдавить отсюда. Че, Грис? Нож выбежать должно было с пальца. Давай, оно все заматывай бежит. Сейчас этой. Просто приложи. Пакет не выдержит.
Нет, чтобы она остановилась, она не будет бежать. Сейчас она чуть побудет. Запутаемся. Пацак. Сойдет сейчас. Если еще уже не сошла. Да вроде нет. Это что такое? Это я. Офигеть. Надо есть. Нахрен он нужен. Ну хоть снять его. Мирная рыба тоже клюет. Почему? Он же тоже хищник. Да, резину на такую здоровую, на маленькую, ладно, я еще пойму. Ясь! Рыба моей мечты! Фига он хрюкнул. Поросенок такой. Притом самое интересное, все три рыбы взяли примерно с одного заброса. То есть я вот примерно вот на то дерево кидаю, через коряшки, через эти провожу. И берет что-то. Слышишь, да? Пацак. Это что-то прям странное бьется. Окунь хороший. Вот, это прям хороший, здоровый окунь. Дать тебе эту резину, нет? Пока есть. А то скоро кончится. Не, блин. Крючок такой. Есть? Вот надо искать. Какой окуняра, блин. Сколько весит, как думаешь? Так, грамм 500 почти. 700. Так, где наш этот садок? Опа, все. Почти забили в таком же составе этот. Ближе к берегу вставать. О, есть. Давай, есть. Блин. Так, что слабо? О, есть, давай. Видишь, где? О, далеко. Сильно не тяни. Тише. Давай. Есть. Ух ты. Красава! Опять отцепилась, слышишь, прям под саки. Да тише ты, ёб***ь! Работает эта резина красная? Диман отдал на своё горе. Ты прикинь, я говорю, да на***, это несёт, х***, царю сидит. Держишь? Да. Вот я говорю, там по-любому от***. Стоп. Еще один щукарь в коллекцию. Опять ведешь. Че? Опять ведешь, говорю. Ну что, друзья, закончилась первая половина дня, первого дня рыбачьего. Вчера мы просто добирались, располагались здесь, переночевали, откушали вечером. Сегодня отправились на рыбалку. Наша команда выиграла при любом раскладе. Вторая команда. Дима плюс Дима. Пока по нулям. Может быть, еще что-то поймает. У нас... Что у нас, Миш, получается?
О, какое дерево нашел. Вот, получается. Ты поймал сколько щук? Две? Три? Три. Три щуки. Три щуки, два, один. Два окуня. Окунь один уплыл. Ну, два окуня поймал. Один окунь у нас свалил. Я поймал два судака, щуку окуня. И окуня. И изя. Да. Короче, мы все равно нормально отловились. Да, прям... экипаж вообще по нулям. Мы прям на отлично отловились. Настроение огонь. Уже можно отдохнуть и не расстроенным. Провести время. Не знаю, вечером поедем по тем же точкам здесь, недалеко от стана. Далеко идти уже не хочется, хотя мы, в принципе, отловились. И в протоке там нормально. Ну, до нее идти 10 километров. Сейчас мы вот на Яре стоим. Я думаю, попробуем на вечерку выйти. Сразу пройдемся по тем точкам, на которых мы уже поймали рыбу. А потом, может быть, пройдемся вон в ту сторону. Яр длинный. Посмотрим еще перспективные места. Вот я отсюда вижу еще вот прямо коса идет песчаная. То есть так называемые пески. Тоже перспективное место. И как раз таки на завороте реки, скорее всего, там тоже может быть щука. Посмотрим. У нас впереди еще 3 дня в этом новом красивом месте. Я думаю, у нас все будет отлично. Вот, подходит команда лузеров. Ну, по крайней мере, на данный момент. Миша уже тут фигачит костер. Принес дерево. И уже сложил кострище. Что говоришь? Давайте, Дмитрий, расскажите ваши впечатления о сегодняшней первой половине дня. Вы довольны рыбалкой? Не поймали ничего. Рыбалкой-то доволен, нет? Да мне у меня 100 грамм есть. Ну и матершинник. Так, ну а что ты спрашиваешь какую-то чушь? Алкаш. Лузгнул. Есть. Есть. Давай, 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 давай. О, хорошая. Так. Опять отцепилась. Держи ее. А Мишка молодец. Тран, 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 тран. Да? Вообще. Красава, Мишка. Приехала к нам. А мы хоть взяли этот? Все, кукан здесь. Да. Да тише, ты, все, а. Подруга ты, любимая ты наша. Ты так дергаешься. Че, где кукан? А, ты сильная, б***ь. В заглот взяла. Кровишка бежит. Так, держи. Ребята, все вот ловится, все вот на вот эту приманку. Которую Дима хотел выкинуть. Да, да. Которая 10 лет, и она ничего не ловила никогда. Я думал, сейчас это, окунек возьму. Нифига она как присела. Опа, тише, тише. Удар был. Да? Обрезала. А ты без поводка? С поводком. Вот, вот она, вот. Давай. Давай. Давай, давай. Сильно. Давай, 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 возьми ее. Возьми, братан, красава. Прикинь, с поводком отхерачила. А, с поводком от? Да. Ну она, смотри, вилку вообще в заглот взяла, вот это сейчас, прям в заглоте у нее. Да блин, надо быстрее.
Ух ты, ух ты, ух ты, тише, 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 моя родная. У меня поводки уже кончились. Че? Поводки. У меня есть поводки, если че. А у меня тоже где-то в сумке. Ну, пакетик струн кончился уже. У нас еще впереди 2 дня. Че, где эта вторая? Ну, вот тебе подругу. Ну, тут нормально стоит этого. Как малька, да? Ну. Я не знаю, что это, мелкий окунь, что ли? Есть, давай. Давай, давай, ты затяни фрикцион, блядь, у тебя фрикцион есть. Да, он затянутый, блин. Тише, тише. Вообще. Это, что такое происходит вообще? Я не понял, уже третья щука. За сколько? 5 минут, значит. Еще немного, столько времени. Мы поедем дальше спать. Я не знаю, я пока ее держу, ты ее пытайся. Но мне валялась эта розовая приманка. Это русская фишка, кстати, друзья. Тоже с прошлого года. Я на нее ловил судака, трешку, вот на эту резину, на 12 сантиметров в размере. Ребята, я не знаю, что это. Эльдорадо. Тише, 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 подруга. Подруга, тише. Уже 4-я, блин. Ну вот это хорошо поборолось, потому что аж на фрикцион назад отматывал. У меня фрикцион-то затянутый. Вот он. Да что такое-то, блин? Давай, давай, давай. Давай, давай, хорошая, хорошая. Куда-то идет, вон она, под лодку пошла. Стой, стой, стой. Давай, 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 бери ее, бери. Бери, бери. Я обманываюсь. Вообще, как это, что такое-то? Миш, я тоже хочу. Блин, а я зацепился. За что? Да оторвался. Оторвался? Да. Да подлодка за что-то. Я спиннинг-то бросил, чтобы тебе помочь. Ну что, друзья, первый день подходит к концу. Отловились мы неплохо. За 10-20 минут мы выловили дневную норму на одного человека. А потом все как обрезало. Дождичек пошел с градом. И все, клев выключили. Сейчас мы приехали. Я помыл лодку уже. Миша там пошел рыбу готовить к засолке. Вот. Сейчас будем готовить, кушать, кушать и отдыхать. А завтра новый день. Я надеюсь, отличная погода и отличная рыбалка. Ловили, бить неплохо.
Конечно, неплохо. А эти двое поймали целого судака. Молодцы, молодцы. Итак, друзья, спасибо еще раз за просмотр. Теперь озвучиваю, что нужно сделать, чтобы иметь возможность выиграть в этом видео вот этот спиннинг. Разыгрываться он будет через 2 недели после выхода этого видео. Традиционно. Первое, что нужно сделать, это посмотреть видео до конца. Второе, поставить палец вверх, оставить комментарий с вашими пожеланиями. И вообще, на самом деле, интересно, какой из моментов рыбалки вот этого первого дня вам больше всего запомнился, понравился, чем. Также хотелось бы услышать ваше мнение, что чего-то не хватает, чего не хватает, чего добавить в видео. Я постоянно беру во внимание ваши предложения и стараюсь их реализовать в своих выпусках. Вот. И четвертый пункт. Поделиться этим видео в социальных сетях. Все. Разыгрываться будет спиннинг посредством рандомайзера. Я уже им разыгрывал. У нас в этот раз это будет сделать проще, ничего не выискивать и так далее. Он просто выберет один из случайных комментариев. Мы проверим все условия и определимся с победителем. Обязательно, обязательно не забудьте в своем профиле в Ютубе поставить, чтобы подписки было видно, чтобы я увидел, что вы подписаны на канал. Иначе, как получится в одном из розыгрышей, человек остался без приза, а он очень долго на меня подписан, и мы с ним очень хорошо общались, а я не узнал его просто на Ютубе банально. Но всякое бывает. И надеюсь, в этом видео ему повезет, возможно, он все-таки выиграет свой приз. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей части с этой рыбалки. И снова розыгрыш. Всем пока.